Вот эти машинки. Что с ними не так? Были машинки более простого вида, не было, я не помню в своем детстве, это начало 80-х годов, самое начало 80-х годов, я не помню вот такого разнообразия моделей. А, но до общего потребителя, вот, до конечного, такие вот не доходили вот, массово, массово их не было. Велосипед какой у тебя был? Велосипеды тоже какие-то очень крутые здесь, с такой рамой. Наверху? Нет? Вот, типа вот с широкими шинами, вот этот. Дружок? Типа олимпийский мишка, но это, наверное, другая модель, по-другому, наверное, называется как-то. Широкими вот именно вот с такими шинами, да. Сейчас не помню, рама была, может быть, другой, может быть, такой же. Вот это я сейчас не помню. Но руль, шины вот эти широкие. Ну что, у тебя вот таких лошадей, что ли, не валялось? Не было, не было. Обломки видел. По-моему, вот этого зеленого. Да. Они всегда, вот эти лошади, они всегда были расчлененочки. Я 77-го года, поэтому я как бы... Было прям, да. И я 77-го года. Вот и свелась, все, вот у вас. Я помню вот это вот. Это уже когда мне было лет там 13-11, у богатых, зажиточных детей из семей зажиточных встречались вот такие штуки. Походу, Саш, ты просто, ты был бедным просто человеком. Или она стоила там что-то больше 25 рублей, 25 она рублей бешеные деньги. Быть написано, сколько она стоила, подожди. Там же должна быть. Помимо того, что бешеных денег, там, она могла стоить и 3 копейки, но надо было ее найти, отстоять в очередь. Да, 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 достать. Плюс... Поэтому те же самые машинки, то есть у нас тоже были во дворе эти машинки у разных ребят, не обязательно обеспеченных, но родители работали там на новом комбинате, вот, и получалось так, что там у них же своя очередь, свой магазин. Что нашел? Я нашел, что у меня было. Именно вот такой вот у меня был конструктор, который там, ну, его несложно там ключиком собрать. И при наличии минимального интеллекта это можно делать. И у меня а был. Это вот что такое? Еще вот эта вот бита. Я помню вот эти биты для... Для классиков. Для классиков, да. Для классиков. Ну хватит, и кирпичи, мне кажется, больше. Нет, биты уже... Мне вот, кажется, камешками играли больше. Камешками... Вот какая-то вот, вот одна из первых была игрушек у меня. Вот именно на таких колесах. Но именно это тоже расчлененкой валялось везде, мне кажется. У меня во дворе, у нас был закрытый двор. Бабушка там, Времянка, в которой мы жили, и дом бабушки, и там что-то туалет на улице в поселке Силикатного завода. И во дворе их там, ну как бы, некому было особо пинать. Но они, видишь, они все ЛТЗшные. Я вот в детстве, кстати, не знал, что их на тракторном заводе делают. Видел вот такую, это точно. Это цирк. Точно. Это был такой. Кошку там надо было возить? Обязательно. Мне кажется, не было ни одной машины. Юла, да, вот такая была у меня. Так, что, мы что-нибудь снимаем или да. Будем вспоминать? Мы пока сейчас мучаем Сашу по настроению. Ну, что касается пистолетов, то вот это, наверное, самый массовый. Пистонный пистолет. У меня вот такой был. Это он тебя от кого-то мне достался? Кажется, да, это более старая история. Это, ну, такой, это 70-х, 60-х какого? Больше такие. Я не такой старый. Ну, от кого-нибудь перешло. Дело не валялось по столе. С пистоном еще мне тоже было. Они вон там пистоны были. Ну и разумеется, вот я в этом ходил, и это что у нас? Пионерский значок. На Советский Союз распался, наверное, через год. После того, как меня приняли пионером, даже больше, я года 2 или 3 пионером походил точно. Там близко уже маячило вступление в комсомол, но вот на этот год развалился Советский Союз. У меня танк вот такой был. Это ты богатый человек, Толь. Прикольно. Там стреляли. Танк дорогущий, трындец вообще. Блин, ты у меня тоже был. Мне подарила крестная. 10 рублей. Вот именно такой танк и вот именно вот такая пушка была. Блин, вообще долбили им.